Открытие нового ФАПа – большой новогодний подарок. Так говорят сами жители села Толстая Дуброва. Сегодня в населенном пункте, причем самом отдаленном от райцентра, проживает почти 400 человек. Каждый время от времени обращается за медпомощью. В старом ФАПе, конечно, холодно было. Уже старый он, я не знаю даже сколько лет, наверное, лет 30 больше, наверное, существовал. Ну, надеемся, что здесь будет все хорошо. ФАП построили всего за 5 месяцев. Теперь пациентов будут принимать в новых теплых кабинетах. Предусмотрели помещение для хранения лекарств. А еще оснастили учреждение оборудованием и новой мебелью. На строительство и благоустройство местного ФАПа по краевой программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» затратили почти 12 миллионов рублей. Здесь будет работать 2 человека. Один из них – это фельдшер на постоянном месте работы. Раз в неделю по графику будет выездная работа участкового врача-терапевта и сформированы бригады специализированные бригады узких специалистов – невролог, кардиолог, окулист, лор по требованию, то есть по запросам, скажем так, населения. Напомним, плановое обновление ФАПа в крае началось в 2012 году. За это время открылось 91 учреждение. Еще 18 планируют ввести в эксплуатацию до конца уходящего года. А это значит, модернизация первичного звена здравоохранения в регионе в определенной степени будет завершена. Напомним, правда, что ей предшествовал долгий процесс оптимизации, то есть объединения медучреждений. Анара Шагирова, «День с толком».